Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа ивановского трикотажа из интернет-магазина Tikitex. Вот так приходит посылочка, кстати, довольно быстро, сейчас с вами все вскроем в мешочке. И пока вскрываю, расскажу о преимуществах именно данного магазина. Ну, во-первых, нет минимальной суммы заказа. А во-вторых, от 5000 доставка по всей России бесплатна. То есть, если вы даже живете на Дальнем Востоке, куда доставка ивановского трикотажа обычно очень дорого стоит, да, то здесь у нас с вами все бесплатно. Так, поехали. Первое, что вижу, это одеяло. Да, крестюшки. Вот такое детское одеяло заказала. Так, накладную найду или не найду? Пока не вижу. Если что, буду цены подписывать тогда. Значит, вот такое вот одеяло для детей. Товар ГОСТ, фабрика текстиля. Одеяло 110 на 140 размером. Да? Смотрите, какое красивое. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим. Так. Ой. А по составу на этикетке у нас с вами не написано, да? Не написано. Но я выбирала такой безопасный состав. Одеяльце очень приятное, кстати. А вот у нас бирочка есть. Товар ГОСТ, артикул 082. Чехол бязь 100%, хлопок, наполнитель микроволокно. Вот такое одеяльце с птичками и с облачками. Вот размер, да? Вот. Оно такое достаточно тоненькое, но тем не менее, смотрите, отделано очень хорошо. Веточки, птички по толщине. Но это то, что вот нужно, да? Не, у тебя другое немножко одеяльце. Вот такое вот красивое, девчонки, одеяльце. Прям здорово. И отшито хорошо. То есть вот тут все замечательно. То есть его можно даже использовать без пододеяльника, грубо говоря, потому что оно и так красивое и очень хорошо выполнено. Мне прям нравится. Я даже не ожидала, потому что он такой классный. На, держи, пожалуйста. Вот такие хлебки. Так, поехали дальше. Что же у нас с вами в посылочке? Так, следующее. Заказал мужских футболок папе. Футболка мужская, трикотажная, размер 60, темно-синий, 100% хлопок, Узбекистан. Баракетекс производитель. Я первый раз вижу, девчонки. Вот такой. В 60-м размере. Она, по-моему, у нас темно-синяя, без всего. Сейчас посмотрим. Да, темно-синяя. Очень хорошо, кстати, упаковывают. Смотрите, в Tikitex. Даже футболочки вот так вот перекладывают, да? Перекладывают, чтобы они приходили уже отглаженные. Просто синяя футболка, обычная синяя футболка. Вот, бренд. Да, 100% хлопок. Вот так отделана горловина. Смотрите, очень, кстати, хорошо и качественно. Рукавчик подшит. Вот такая вот обычная синяя футболочка. Так, товарищи, вы меня трясете. Товарищи дети. 60 размер, большая. Большая, вырез нормальный. Кстати, тут резиночка у нас получается с вами. Да, видите, вот эта резиночка. Так, поехали дальше. Что взяла? Так, это у нас что? Это у нас носочки. Носочки детские в размере 20-22. 71 хлопок, 24 ПА, 2 эластан, 3 что-то еще, не пойму. Вот такие вот носочки, да, для Ксюши. Бренд Берчелли. Мы уже такие брали. Хорошие носки. Но носки имеют свойство быстро изнашиваться. И в стиральной машинке теряться. И почему-то они всегда получаются по одному. Мне кажется, так у всех, девчонки, да? Почему-то они по одному. Черные, белые, нам на танцы белые нужны. Но они с принтом все. И желтенькие. Кстати, размер 20-22, он и мне пойдет. Я в носках, если честно, в размерах не сильно. Долго думала, какой ребенку нужен. Но нормально, не, нормально. У меня уже ножка такая достаточно большая, но не очень сильно. 33 размер. Вот такие носочки. Хорошего качества. Внутри все как обычно, когда есть рисунок, да? Хорошие носочки. Все отлично. Держите вам желтенькие, пожалуйста. Так, поехали дальше. Следующий продукт, это тоже футболка мужская и тоже в размере 60, да? Она уже очень интересная. Она такая, знаете, нарядная. Так, цвет зеленый, артикул 6008. Вот так она выглядит. Это нарядная, это у нас Берчелли тоже. Ага.
Одеялочка нравится. Крестюша уже, да, под одеялочкой лежит. Все у нее отлично. Футболочка тоже так же, кстати, упакована, переложена таким материалом, как пергамент, что ли. И она уже такая интересная, смотрите. У нее и трикотаж совсем другой, она очень мягенькая. Горловина, бренд, как бы, да? Вам она ее какой-то цвет морской волны, что ли? Но она такая есть, да, как темно. Не то, что зеленый, а темный цвет морской волны. А рукавчики вот уже интересные. Видите, какие с отделочкой такой. С такой вот отделочкой. Они уже такие интересненькие. И смотрите, горловина как сделана. Здесь пришит такой кусочек черного материала. Вот. Вот как сделан. Если он, в принципе, вам не нужен, его можно отпороть. Но так смотрится классно. Она такая вот уже стильненькая и нарядная, да? Так, а внизу просто, без отделки, подшито. А горловина классная, такая красивая. Вот, смотрите, как смотрятся, девчонки, пуговички. Кстати, при желании можно застегнуть. И у нас с вами этот черный материал, грубо говоря, прячется, да? Но так, мне кажется, вообще круче. Футболка, просто интересная футболка. Причем с длинным рукавом. С рукавом хорошей длины, с широким рукавом хорошей длины. Классная, надо мужу такую заказать. Следующий, это жилетку заказала себе в 58 размере. Очень красивые стильные жилеточки. Они такие достаточно тонкие, но вот на спортивный костюм, на погоду градусов, мне кажется, 10-15, классно. Красный цвет, так, 58 размер, трикотаж Натали это у нас. Натали мы уже с вами брали тоже много раз, хороший трикотаж. Так, смотрим. Она с капюшончиком. И тут у нас с вами, как сказать, флис, наверное, да? Флис. Это флис, походу. Натали, Мирочка. Натали 37. Так, и она красиво выполнена. Мне понравилась отделка. То есть у нас, смотрите, черный рукав, красивые завязки, металлическая молния и кармашки на молнии. Очень интересно сделанные тоже. Очень интересно, да? И молния тоже металлическая. Внизу тоже черная резинка, как и на рукавчиках. Вот так она выглядит. Сейчас мы с вами померяем. Так. Молния металл или под... А, молния пластик под металл. Вот как. На костюмчик, на какой-нибудь только, наверное, однотонный, будет очень интересно смотреться. Так. У меня тут два капюшона получится. Ну, сейчас так модно. Ой, смотрите, какой классный замочек. Красивый. Она тянется. Она безразмерная. То есть, в принципе. Но все равно нам надо, чтобы она смотрела стильненько. Оверсайз. Так. Если мы с вами оденем капюшон, то, правда, мой второй мешается. Мы его сейчас спрячем для полноты картины, да? Вот так. Вот такие веревочки. Они с одной стороны черные, ленточки, а с другой стороны с надписью. С надписью не пойму. Какой? Капюшон объемный. Надпись не пойму. Такой красивый, хорошо лежит. Наконец-то. Я люблю очень вот такие красивые капюшончики объемные. Да? Так, сзади как она смотрится. Все свободненько, все отличненько. Кармашки мы с вами открываем. Вот они, карманы большие, глубокие. Так. Все отлично вообще. Супер, жилетка классная. Хочешь на водолазку одевай, хочешь на что. Так, длину ее. Да она чуть покороче моей толстовочки. Чуть покороче. Ну, попу не скрывает, да? Но наполовину, наверное, где-то вот так. Свободненькая, очень приятная к телу. Здесь тоже, здесь, не знаю, футер, наверное, или что это. Это похож на флис вообще. Но такой тоненький. По толщине, по теплоте похож на футер двухнитку. Но это флис все-таки. Здесь есть немножко флиса, да. Ну, такая классная жилетка. Мне нравится очень. Здорово. Даже с этим костюмом. Прикольно смотрится, да? Да. Поехали дальше. Так, следующий продукт у нас с вами. Это джемпер мужской с начесом. Тепленький. В размере 58. Это я взяла мужу. И взяла тоже побольше. И вот такого красивого цвета. С начесом, потому что холодно, потому что надо утепляться. Так, вот так он выглядит. Такой молодежный цвет, хотя нет, и взрослым мужчинам тоже будет хорошо. Вот у нас, да, это на жилетке тоже начес, девчонки, это тоже начес, потому что они приблизительно жилеткой, да, по ткани одинаковые. Но здесь вот на джемпере лучше видно. Это такой начесик, не сильно большой, то есть не потеешь, но и не тонкий. Такие рукавчики отделаны, и внизу она тоже так отделана.
Уж я бы себе такую взяла. Мне кажется, мне такой цвет вообще идет, да? Себе. Да, у папы все заберем, будем носить, правда? Очень красивый джемпер. Нет, папе оставим, да, все-таки. Сами себе купим. Сами себе купим, папе оставим, да? Очень симпатичный джемпер. Слушайте, вообще здорово. Вот сейчас с джинсиками на такую погоду. Шикарно. Так, дальше. Дальше, по-моему, малышне. Нет. Комбинезон. Нет, ты уже не малышня. Комбинезон 74 размера у нас с вами. Вот такой симпатичный. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Мне так всегда не терпится детские вещи открывать. Да, котен? Потому что они миленькие. Ой, какой он мягенький. Вот такой комбинезик. Он с ножками, ура! Он с ножками, да. Пуговички сбоку. Он такой яркий, красивый. Hi, new her. I'm new her. Я новая она. Hi, привет. Блестяшечки у нас с вами. Причем они такие набивные, но они прорезиненные. Классно. И кто это у нас пошивает? Одежда для детей ГАМ. Вот такую мы, кстати, еще не брали. Девчонки, качество классное. Очень мягкий комбинезончик. Просто изумительно. Горловина обработана прекрасно. Рукавчики подшиты, ножки у нас здесь с вами, да, и пуговки по периметру. Ну, клепочки. Клепочки тоже сделаны очень достойно. Они на фоне даже комбинезончика не выделяются. Я всегда вот так проверяю. Если не отлетели, значит, хорош. Хорошие кнопочки. Все очень достойно. Замечательный костюмчик. Я рада, сердечки. Котен, да? Классненький такой. Так. Дальше, что у нас еще осталось с вами? А, осталась у нас ночнушка, ночная сорочка теплая. Я взяла для свекрови, потому что у нее дома холодно, у них там что-то с отоплением мудрят, и она несчастная у меня мерзнет. И я ей взяла вот такую сорочку в размере... Какой размер, девчонки? Тут размер не видно. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим. Сорочка утепленная у нас с вами. 100% хлопок, она тоже с начесом. Так, 54-й, вот, да, 54-й я взяла, это Натали. Это Натали. Вот такая симпатичная ночнушечка. Слушай, 54-й, она и мне хорошо будет. Длина ниже колена. Вот такая ночнушка. Так, у нас сзади, что сзади у нас? А, это так принт сделан, розочки. Они идут такими, как полосочками. Зад. Рукавчик очень хорошо сделан, широкий, с резиночкой. Такая, знаете, нарядная ночнушечка. Вот. И вот она у нас с вами с начесиком. Да, видите, беленький такой. Тепленькая. Ночнушка достойная. Внизу подшита. Внизу просто подшита у нас с вами. Вот такая ночнушечка красивая. Она идет расклешенная к низу у нас с вами. И мне вот, если она... Она будет ниже колена сантиметров на 10. Красивая, красивая ночнушка. Вообще, я очень довольна. Я и уверена, что ей понравится. Прям наряд. Спереди, кстати, вот пуговички. Эта этикетка закрывает. Очень красивые пуговички. Вот и все, мои хорошие. Вот такой вот заказ у меня был в интернет-магазине Tikitex. Все ссылки оставлю под видео. Проходите, знакомьтесь. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.